7 по 13 октября 1500 спортсменов, судей и гостей напряженно следили за событиями 34-го чемпионата Европы по традиционному карате, проходившему в Одинцовском кампусе МГИМО. 600 спортсменов из России, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Луганской и Донецкой республик приехали в наш город. Я очень горжусь теми спортсменами, которые смогли приехать на этот чемпионат. И сейчас они продемонстрируют лучший уровень. Самое лучшее, что может быть в традиционном карате. Программа не только соревнований, но и семинаров и конференций была рассчитана на неделю. В пятницу на самом престижном турнире соревновались спортсмены группы от 14 лет и старше, имеющие черные пояса. Организатор столь масштабного мероприятия – Объединенная Федерация Традиционного Карате России. Рады, что на территории Одинцовского городского округа проходит существенное международное мероприятие. Мы рассчитываем на то, что это станет в том числе и туристически привлекательным событием не только на сегодняшний день, но и на перспективу в будущем. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».